Да, да, да. А, и отсюда тоже. Угу. Ага. Как вариант. Дублировать. Немножко попали, да, раз, да, два. Да. Чувствуете, немножко попали, раз, продолжили. Соответственно, отсюда можно развить атаку. Друзья, всем привет. Сегодня мы с Олегом бомбанем. Даже не серию, а несколько таких фишек, которые покажут, как можно снять защиту в среднем ближней дистанции. Соперник стоит в стоечке, у нас правая рука по классике прикрывает две точки, печень и голову. И в среднем ближней дистанции одну фишку мы часто рассматриваем, я иногда ее тоже показывал, вытаскиваем локоть отсюда. Понятно, что показываю схематично, это сделать достаточно сложно, но здесь в ближнем бою можно немножко локоть вытащить и попробовать пробить по печени. Ну, удар сам по себе неприятный, когда печень немножко открыли, можно или по печени, или по широчайшей мышце. Если хорошо поставлен удар, то соперник в любом случае это почувствует. Друзья, и второй вариант достаточно такой нестандартный. Опять находимся в средней ближней дистанции. Лучше стоять не линейно перед соперником, потому что в этой ситуации две руки у него включены, да, он намного проще меня бьет. Если я нахожусь в ближнем бою, я стараюсь находиться немножко со стороны, соответственно, выключаю одну из рук. Когда я нахожусь под правой рукой, я своей задней правой рукой чуть-чуть прихватываю правую руку соперника. Опять повторюсь, что часто сделать это не получится, но в ближнем бою прием достаточно неплохо проходит. Руку немножко вытащил, и отсюда я могу чуть-чуть потянуть, опустить. В любом формате. Могу так немножко выдвинуть, могу просто сверху опустить. Но важный момент, что я нахожусь рядом с соперником, не перед ним, немножко со стороны. Чуть-чуть руку вытащил, голова немножко открывается, и отсюда можно жестко, коротко пробить боковой удар. Первый удар цепляюсь, соответственно, вторым, третьим развиваю контратаку. Поэтому вот такие две фишки с Олегом мы сегодня показали. Завтра будем отрабатывать на Андрея.